Застывшие на холстах впечатления, переживания от красоты заволжской природы. В доме журналиста открылась выставка «Рождественно в красках осени». Она стала итогом одноименного фестиваля пленэра, который прошел в Волжском районе в октябре прошлого года по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий уверен, что у Рождественно большое будущее. Нужно лишь показать миру его красоту. Это место, которое может и должно стать одной из главных туристических точек на карте не только Самарской области, но и страны в целом, и к этому есть все. Ну а работы это лишь подчеркивают и доказывают правоту нашего дела. На пленэре было создано более 90 картин. Некоторые из них передадут историко-краеведческому музею. В фестивале приняли участие известные самарские художники: Игорь Доний, Николай Кикин, Наталья Кокошкина, Сергей Цидилов, Светлана Кузина, Андрей Мишагин, Дмитрий Мантров. Художники-пленэристы – это особый люд. Почему? Потому что не каждый может в постоянно меняющихся погодных условиях уловить какой-то момент, запечатлеть его, постоянно меняющееся освещение, то дождь, то снег, пишет круглый год. Это, как правило, художники-профессионалы, которые могут написать не просто набросочка, а готовую этюдную картину. Выставка будет работать до 27 февраля в будни с 10 до 18 часов. Вход на нее свободный. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.